Так, это у нас 25 сентября 2020 год в Харькове. 19:56 по Киеву. И в кадре у нас Троица. Внизу Луна, слева в верхнем углу это Сатурн. И справа касается кадра, края кадра, это Юпитер. Сейчас пройдемся. Только что я снял низкие настройки светочувствительности. Теперь есть такой, это фотоаппарат Nikon Coolpix 5000, есть вот такой режим съемки Луны. То есть ровно то, чем мы сейчас занимаемся. В смысле я. И камера. Прилетел со смены, даже не перекусив, рванул, пока все у нас не зашло за горизонт. Сейчас. Да, вот это я хочу снять. Начало линии терминатора. Так. Очень тепло на улице, видно колебания воздуха, несмотря на то, что были уже довольно прохладные ночи, и воздух более стабильный был. Но сейчас резко просто потеплело. И поэтому такие колебания. Ладушки, сейчас быстренько рванем. Не хочется с Луны уходить. Не хочется уходить с Луны. Как на Самуровой даче разговор. Так, ладно, поехали. Наверное, попытаюсь и сейчас. Вот они наши. Три красавца. Красавица. И два красавца. Не поделят мужчины даму, но она явно склоняется в пользу Сатурна. Луна наша. Хоть и не дальше. Сатурн у нас сейчас, а может быть, как раз благодаря этому. Сатурн у нас в 1 400 000, чтобы не соврать, 15, по-моему, миллионов километров. Я в окуляр 100% вижу внизу, как раз под Сатурном, Титан. Не знаю, получится ли у кого-то на экране это рассмотреть. Но я точно знаю, что он там должен быть. И я его там вижу. Кто-то меня в комментариях спрашивал, как так я на мыльницу Титан снимаю, а вы там ультразвуком своим не получается. Ну вот я его вижу в окуляра. Так, а поехали теперь от Сатурна к нашей Троице и к Юпитеру. Тем паче он, наверное, уже, наверное, спутники уже вниз смотрят. Только что снимал зомбом. Да, уже вниз пикирует, уже пик свой на небосклоне, на небосводе. Юпитер прошел. А, я же не видел, как спутники расположены. Я при низкой светочувствительности снимал. И были видны полосы на Юпитере. Но не спутники, Галилея у Юпитера. Что там его у нас спрятал? А, не, видел, что там. Ио спряталось. Вот оно пупочком маленьким. Маленьким пупочечком торчит справа от Юпитера. Это спутник Ио. Но засветка очень капитальная. Сейчас попробую резко смотреть чуть-чуть.
Ребята, увеличение 125 крат вот здесь просто механическое, это не оптическое, ну, вернее, оптическое увеличение, то есть это не то, что в бинокле, в телескопе, но это очень приличное увеличение. Соответственно, любое касание моментально всю систему трясет и рушит. Ладно, Ио будем считать, уже спрятался за Юпитером. Слева у нас пошел первый спутник, это Европа. Потом идет Ганимед, который размером с Марс, напомню. И Каллисто, он слева у нас крайний. Есть. И поехали к Луне. Наибольшее количество примечательностей. Вот у нас опять поместились в кадр все три объекта нашего нынешнего вожделения. Я обалдею от современной техники, от возможностей современной оптики. Смотри, как посечена Луна. Кратерами, да. А последняя моя видеосъемка очень дрожала все со страшной силой. Но настройки были такие, что я натурально снял на МКС Международной космической станции. Видны четко были очертания солнечных панелей. Вообще великолепно. Это я уже в марте как купил этот фотоаппарат. Наконец-то. Так, ладно. Сейчас будем делать еще дубли. А на этом пока дубли все. 20.03 по Киеву в Харькове. 25-е это дом. Просто жилой дом. 25 сентября 2020 год, Харьков. 50-я параллель.